помощь мобилизованным, призванным в рамках частичной мобилизации щелковцам, проходящим переподготовку на базе в Твери, привезли необходимую дополнительную экипировку. Взвод из Щелкова, проходящий с конца сентября подготовку для отправки в зону спецоперации, обратился за помощью к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Все необходимое было оперативно доставлено резервистам. Председатель Совета депутатов городского округа Щелково Мария Тарасова поговорила с мобилизованными, поинтересовалась, не нужна ли им и их семьям дополнительная поддержка. В целом, по словам щелковцев, обучение проходит в штатном режиме. Хотели бы передать привет всем своим родным, близким, женам, родителям. Вот. Ну и как бы от всего взвода хотели бы сказать, чтобы за нас не переживали. Все будет хорошо. Вот. С доблестью выполним свой долг. И все вернемся, да, живыми, здоровыми. Щелково, мы с вами. Мы вас очень ждем, вас ждем дома. Мы верим, что все будет точно хорошо. Возвращайтесь с победой. Настрой у наших земляков боевой. Они верят в победу и обещают вернуться домой.